друзья! Всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Всем привет, друзья! Сегодня у нас такая охота с подхода. И по рябчику мы с вами прогуляемся. Выгуливаю сегодня 43-й. Патрончики 32 грамма азот. Вчера мой браунинг авто 5 отказался на вечерочке работать. Но свою утку мы вчера взяли. Парочку. Это хорошо. Это замечательно. Такая вот красота. Ладно. Посмотрим. Будет день, будет пища. Попита. Эх, зараза. Но он там лежит. Друзья, всем привет. Снова мы на охоте. Снова в болоте, как всегда. Пока сюда забирался. О, это жесть. Я думаю, вечерочка будет шикарная. Утки здесь много. Вот еще солнышко. Время 5:07. Постоим, подождем. Пока шел, утки много поднялось. Фу, вот сейчас там двоечка летала. Ладно, ждем. ИЖ-43 сегодня со мной. Браунинг на ремонте пока. Но скоро запчасти придут. Я его восстановлю. Все. Пожелайте мне ни пуха, ни пера. Черт. Так, идем забирать битую птицу. Вот один, вот второй. Это еще пытается голову поднять. Сели прям передо мной. Вообще, это было что-то с чем-то. Прикольно. Вот пятерочка. С
Сибирь, азот четко бьет. Вот она. Чира. С полем, мужики. С полюшком. Вкуснейшая утка. Вот второй. Красота. С полем еще раз. Продолжаем. Так, солнышко уже прячется за деревьями. Уточка потихоньку мотается. Две штучки у нас есть с вами. Я их за место подсадных пока посадил. Так, на всякий случай. Вот. Ждем, ждем нашу уточку. Народ постреливает в округе. Ну ничего. И наша уточка еще придет. Но нам уже ее хватает. Птеродактиль прилетел. А утка пока нет. Пикасики летают. А мы ждем утку, криковых на парочку хотя бы. Прошла. Высоковато прошла, конечно. Мы таких редко стреляем. Пролетели. Ну что, на этом вечерочку заканчиваем. Парочка у нас есть. Пойдем к машинке, к лагерю. Ребята еще пуляют кое-что там. В темноте только понимаешь, как хорошо иметь налобный фонарь. А еще лучше фонарь Wizard Pro компании Armitek. Кстати, по промокоду Петрович скидка 10%. Опа. Вот так вот движемся. Ходим к машине. Смотрите, какой красавчик лежит. Ужик. Пошел. Так, ну что, вот выбрались мы на наше болото. Всем известное.
уже ни одно видео было с этого болота. Мутка здесь есть практически всегда. Даже присутствует водяная курочка. Но я их не стрелял. Да, не пробовал еще. Особо. Так. Крикоши. Чиры предпочтительно с того конца, что сидит Фразера. Все там сидит. Она научилась летать. Ёжка, блядь, потонула. Ну вот и крыжня. Селезень. Зелено. Линять начинает. О, тяжеленький. Ладно. Нас с полем. Не забывайте подписаться на канал. Поставить жирный лайкос. Написать комментарий. До новых встреч, друзья.